Всем привет! Сегодня у нас будет обзор на очередной остров героев 12-12, которые прокачаны на максималку. Покажу, каких надо качать, каких не надо. Это сегодня у нас будет Древний лес. Это последний остров, который нам ввели. Здесь у нас есть Дриада, Друид, Прея, кстати, недавний герой, которому уже сразу сделали 12-12, Стрелок, один из интересных, Триантик и Фея. Они все уже у меня тоже прокачаны по максимуму, 42 тысячи. Ну, давайте начнем. Ну, Дриада — это гарнизон, это сразу говорю, нахрен оно вам не надо, просто можете это забыть, только единственное, если вам там не хватает немножко очков судьбы, то да, можно там прокачать, потом слить. Беспонтовый абсолютно герой. Вот видите, даже есть недокачанные герои. У вас нет этого героя, вы не достигли максимальной судьбы, которая ранее достигала 65. Ну вот так вот, как-то вот так вот. Вот у нас есть 5 легендарных героев. Начнем с Друида. Друида есть смысл качать. Давайте будем через энциклопедию нашу смотреть, что у нас меняется. Так, где ты там, Друид? Вот он. На 10-м восстанавливает 11 союзникам жизни с наименьшим количеством в объеме 290 от атаки. Увеличивает их атаку на 33% в течение 5 секунд. Что у нас на 11-м? Уже не 11, а 12. Вырос немножко урон. И плюс увеличилась на 2% атака. На 12-м еще плюс одна цель. Плюс 20% к восстановлению. И увеличивает еще плюс 3%. То есть фактически у нас плюс 5%. Получается плюс 2 цели. И плюс 40%. Есть смысл качать, если вы хотите там занимать топ на Архидемоне, быстрее его убивать. Смысл есть качать. Просто ради подземок. Некоторые его используют. Смысла не вижу. Затратить там 90к кулаков на то, чтобы там получить минимум в атаке, этого ничего не решит. На Архидемоне, да, возможно, это даст какой-то бонус, и то незначительный. То есть это уже на усмотрение, что вы хотите. Так, кто там у нас следующий будет? Фрея, недавний наш герой, у которого дохрена атаки, которого используют сейчас на многих локациях. Как оказалось, герой очень топовый. Качать смысл есть. Хотя бы даже на десятку. Вот на десятке снимает положительные эффекты в течение 3 секунд. Наносит урон равный 260 от атаки. Также призывает голубя. Кулдаун 4 секунды. То есть у нас 3 голубка все время будет. Не может получить больше 18 тысяч урона за удар, то есть, ну, это уже умение самого героя. Голубь дает увеличение атаки на 45 каждый на 11 скилле, плюс 20% атаки, и все. На 12 плюс 30%, и опять же все. То есть вы фактически с 260 увеличиваете до 310, плюс 50%. Ну и еще вы получаете дополнительно бонус от судьбы. Вот бонус судьбы, вот такой вот жизни увеличиваете, плюс 32 тысячи. Атаку увеличиваете, сопротивление, уклонение, точность, крит, удар, уровень навыка у вас 12. Из-за этого вы получаете дополнительно еще и статы. Герой реально топовый, смысл ее качать в одной из первых тоже есть. Она у вас будет просто там шатать всех.
Следующий у нас герой это стрелок. Где там наш стрелок? Так, что пропустил уже? Где ты? Вот наш стрелок. Так, на 11-м. Урон равный 550. Уровень лечения снижает на 100 на 2 секунды. Получает 90 меньше урона. Вызывает орнитопор на 12 секунд. Откат 3 секунды. Получает быстрый, ну, набор энергии плюс 25 в секунду. Умение орнитоптер нацелено на противника с меньшим процентом здоровья. Короче, это все... Все стандартно у нас идет. На 11 скилле у вас лечение. У вас уже не одна цель. То есть он стреляет не одной пулькой, а стреляет двумя. Лечение у вас кулдаун увеличивается. То есть вот действие самого эффекта на 0,2 секунды. Дальше все без изменений. И на 12 у него добавляется, как видите, 50% к урону от атаки, также две цели, но уже дополнительно еще 0,2 секунды, то есть уже вместо 2 секунд 2,4, то есть 0,4 секунды у вас прибавка плюс 50%, ну и плюс точно так же атрибуты. Стрелок реально смотрится немножко по-другому с этим, с этой прокачкой, но опять же, если вы там ее используете в дефе, это все просто отвлекается юнитами, и особо там каких-то изменений вы не увидите в атаке, заметно немножко, что все-таки герой стал получше. Так, дальше у нас идет дерево. Ищем наше дерево. Вот он, триантик. На десятке уменьшает на 50% урон 6 целей. Дружественных на 5 секунд. Также оживляет 5 героев. 70% здоровья. Кулдаун 6 секунд. Герой не работает в защитных режимах, только в атакующих. Уменьшение работает во всех. На 11 скилле, как видите, у него добавляется плюс одна дружественная цель, которая получает уменьшение урона и оживляет плюс одного героя. То есть не 5, как раньше было, а уже 6. Здоровье не трогается. На 7 скилле, ой, говорю на 7 скилле, на 12 у него добавляется плюс 10% уменьшения, то есть он уже уменьшает 60. Также добавляется, у вас увеличивается, точнее у вас на 11 увеличился кулдаун еще на 1 секунду, на 12 получается увеличивается процентуальное уменьшение урона и все. То есть и добавляется еще 5% здоровья. То есть на 12 фактически его какие изменения, видите, 60% поглощения, плюс одна цель и оживление 75%. Разница очень заметна, кто использует трианта на битве гильдий, во всех локациях реально есть смысл его качать, потратить на него кулачки, но разница будет очень большая. Триант тащит пачку просто круто. Ну, все зависит, конечно, от вашей сборки еще трианта, как вы его соберете, но если вы все-таки решитесь его качать на 12, оно того стоит. Ну и фея, на которую я сделал вам обзор. Где там наша фея? Фея. Давайте фейню. Вот она. 280% урона, эффект с трех противников, лечит 280, от атаки снимает дебаф и имеет откат 5,5 и разброс 5 встроенный. На 11 имеем плюс
20%, уже не 3, а 4 цели, лечит тоже 300%, снимает дебафы с 4 дружественных союзников. Откат уменьшается 5 секунд, это уже очень неплохо, уменьшение отката скилла. И на 12 плюс 30% дополнительно, как в лечении, так и в уроне, 4 цели. Ну, что вам сказать, герой интересный, но она пока даже с такой прокачкой не дотягивается до топовых героев. Качать смысла тоже не вижу. Только единственное, если вам очень-очень нужна сила. С этих героев реально кого надо вкачивать одним из первых, это Фрея. Друид на архидемона. Фрея тоже на архидемона. Стрелок и Триант. То есть и можно так вот в таком порядке. Друид это чисто, если вы хотите на архидемоне там максималку набивать, то да. А так я бы качал в такой очередности стрелок. Первый Фрея, второй стрелок, третий друид. Все, больше тут никого смысла так особо вкачивать нету. Давайте потестируем в рейде. Что-то посмотрим. Вот так, кроме, ну, давайте на стрелка посмотрим. Вот две пульки полетело, видели, да? Стрелок почти разобрал хранителя. Так, давайте фею пустим. Ну, тут Рина, понятно, разнесет. Друид. Ну, Афина Фрея раздал, но мы слили еще двоих. Ну, давайте запускаем вот так. Думаю, сейчас... Да, все. Вот так вот затащили. В принципе, все. Особо тут больше рассказывать нечего. Каждый уже сам решит, какого героя ему качать, определяться, но реально с данных героев есть смысл их качать в данной последней локации. Конечно, это затратно, но оно того стоит. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ждите новых обзоров. Всем пока!